делать? Вы сами этого хотели. Вы хотели более подробного, глубокого рассказа об истории основания Киева. Ну и сейчас этот рассказ вы получите. Приступим? Приступим. Все-таки мы решили немножко более подробно поговорить о теории академика Прицака, о которой мы, так сказать, говорили в прошлой передаче. Итак, кто такой академик Прицак? Тут я читаю, да, чтобы вот все понимали, что это за человек. Итак, Емельян Иосифович Прицак, 17 апреля 1919 года, 29 мая 2006 года. Значит, профессор Гарвардского университета, историк-востоковед, основатель и первый директор Гарвардского института украинистики, заграничный член Национальной академии наук Украины, основатель и почетный директор Института востоковедения имени Крымского НАН Украины, Национальной академии наук Украины. Значит, область научных исследований, ранний период древнерусского государства, изучение восточных источников. Автор пятитомного труда «Происхождение Руси». Ему оппонировал в свое время ныне живущий Петр Петрович Толочко. Значит, 21 февраля 1938 года советский украинский археолог, академик НАН Украины, иностранный член Российской академии наук. Оппонировал он ему на страницах журнала «Российская археология». Директор института археологии НАН Украины. То есть два директора академических институтов, один археология, другой востоковедение, сошлись, так сказать. Вот. Двукратный лауреат Госпремии Украины в области науки и техники. Жив до сих пор. Так вот, что такого сделал Прицак, да, что достойно нашего упоминания, почему так ему достаточно интенсивно оппонировали вот на Украине. А оппонирование еще началось в советские времена. То есть первая работа, вот Прицак свою работу, называется эта работа, в которой, собственно говоря, он высказал свою концепцию происхождения Киева. Концепция такая. Значит, Киев был основан хазарами в конце 9 века и управлялся хазарами до его завоевания Русью, то есть Вещим Олегом. Вот концепция Прицака, вкратце. Да? Естественно, что с такой концепцией, она была выдвинута, эта концепция, в 1982 году, когда на английском языке вышла работа Голуба и Прицака, которая называлась «Хазара. Еврейские документы X века». Издание «Гершарим», значит, Москва, Иерусалим, 1997 год. Так? Значит, сама заочная дискуссия между Толочко и Прицаком развернулась на страницах журнала «Российская археология». Ну, в частности, 2001 год, номер 2, там статья есть Толочко, где очень много он пишет о концепции Прицака. Значит, вообще, благодаря Прицаку, вот это вот воззрение на то, что Киев был основан хазарами, да, в конце 9 века, на Западе приняло широкое распространение, получило широкое распространение. В частности, особенно в Израиле. Да? В частности, в краткой еврейской энциклопедии «Москва, 2000 год», страница 229-234, значит, об этом говорится, пишется об этом и в журнале «Российская археология», 2000 год, номер 3. Да? Ну, там как краткие сведения из еврейской энциклопедии о хазарах. Да? Вот. И вообще-то концепция не нова, еще до Толочко. Соответственно, были несколько работ. Итак, еврейская энциклопедия, значит, глава 7, Нью-Йорк, 1904 год. Да? И работа Вернадского, такого ученого, значит, Ancient Russia, да, Древняя Русь, New Highland, 1943 год. То есть и до Толочко об этом писали. Ну, естественно, мы сейчас поймем, почему писали. Так-так. Да? Вот. Итак, концепция Толочко сказана. Сейчас вот я буду говорить не от себя лично, я буду рассказывать концепцию Толочко, академика Толочко, и то, как ему пытался оппонировать академик, концепцию академика Прицака, извините, Прицака, и то, как ему пытался оппонировать академик Толочко. Прошу прощения. Итак, источники даны, да, приступаем теперь к делу. В основе концепции Прицака лежали три таких вот краеугольных
камня, монолита. Первый монолит – это описание основания Киева в Лаврентьевской летописи. Итак, в Лаврентьевской летописи описывается момент, когда Аскольд и Дир приплывают к Киеву и задают сакраментальный вопрос. Чий се градок? И киевляне отвечают. Ну, как киевская элита, да? Угу. Были суть три братья. Кий, Щек, Харифт. Хариф. Кий, Щек, Хариф. И же сделаша градок си и изгибоша. Ну, построили, основали город и... Изгибоша, в смысле, умерли, погибли. Умерли, да, умерли. И мы сидим, платящи дань родам их, запятая, казарам. И мы сидим, платящи дань родам их, запятая, казарам. То есть, и мы сидим здесь и платим дань их роду, угу. То есть, хазарам. Угу. То есть, Щек и Хариф были хазарами. Лаврентьевская так. Летопись, так. Полное собрание русских летописей, Москва, Ленинград, 1962 год, столбец 21. Сразу ссылочка. Да. Да, чтобы... Итак, теперь как Толочков в своей работе «Российская археология, 2001 год, номер 2», как он вот этот вот пассаж характеризует? Цитата, читаю. Толочков, он оппонирует теорию Прицака. Вот как сам Толочков характеризует? Буквальное прочтение свидетельствует, что киевляне 9 века по отношению к Кию и его роду тире, совершенно чужое население. Это не мои слова, слова Толочко, академика Академии наук Украины. Это туземцы, платящие дань хазарам. Ну, правильно. По-другому трактовать, по-моему, невозможно. Да. Так. А что он пишет дальше? Согласовать показания этой статьи нет возможности. Понимаете, да? До собственной и большой необходимости. Исследователи летописей, да, ну, повести временных лет, уже давно пришли к выводу, то есть к соглашению, что правильное ее чтение находится в Ипатьевской летописи. А в Ипатьевской летописи написано так, следующее так. На вопрос: «И мы сидим родом их, запятая, платящий дай казарам». Повесть временных лет, 950 год, часть 1, страница 18. Итак, в Лаврентьевской летописи. Но, и мы сидим, платячи дань родом их, запятая, казарам. А в Ипатьевской, и мы сидим родом их, платячи дань хазарам. Перестановка слов меняет, абсолютно меняется смысл. И киевщик Хариф становится кем? Ну, киевляне 9 века, как бы их потомки. Украми становятся. Да, древними. Ну, полянами. Полянами, да. Прицак, ведь он уже замахнулся на святое. Прицак, он еще, так сказать, свои концепции утверждал и довольно стройно, что поляне – это не славяне. В повести временных лет указано, что они славяне. Но повесть временных лет, как сам Толочков, когда Прицак ему говорил, что ну как же так, почему вы берете Ипатьевскую летопись, когда Лаврентьевская старше? А Толочков говорил, ну слушайте, повесть временных лет – это не документ, это список, это памятник литературы. Ну какая разница, 1377 или 1430-й? Ну, так же далеко от тех событий, как вот нам хочется так читать, вот как и в Ипатьевской. Вот мы так читаем. А в Лаврентьевской, ну не знаю, вот мы не читаем, там селедку заворачивали, свечка стояла, а вот нам хочется здесь. То есть тот факт, что Киев основали хазары, черным по белому зафиксирован в Лаврентьевской летописи. В самом раннем и исходящем именно к Сильвестру, да, к Нестору. А есть какие-нибудь, скажем так, параллельные свидетельства, чтобы, например, я как чайник, вот, например, сказать, что Кий, Щек и Хариф – это хазарские имена, например. Есть. Вот, собственно говоря, вся концепция Прицака построена именно на это. Выяснить, кто же такой был Кий. Ну, Щек, Хариф – это ладно, его приближенный, бог с ними. Вот Кий-то был кто? Вот. И вот первый краеугольный камень – это Лаврентьевская летопись. Прямое указание. Да? Ну вот. Значит, Прицак утверждал, что права более ранняя Лаврентьевская летопись. Все, потому что там, значит, она восходит к Сильвестру, а кто написал, где, когда Ипатьевскую летопись, мы не знаем. Вот. Следующий краеугольный камень, как раз вот то, что вы сказали. Значит, в 30-40-х годах 10 века, да, согласно труду арабского путешественника Аль-Масуди, Аль-Масуди. Да, Аль-Масуди, да.
Визирем хазарского каганата был некто Ахмед бен Куйя из Хорезма. Угу. В кочевых империях должность визирей была наследственной, и поэтому в имени каждого визиря было, собственно, его имя, вот Ахмед, да? Угу. И имя его предшественника через бен Куйя. Это значит, что предшественником Ахмеда был визир Куйя, бен какой-тович там, да? Угу, угу. Да, Ахмедович, предположим, угу, да? Угу. Тоже хорезмиец. То есть, фактически, вот этот вот Куйя – это исторический персонаж. Угу. Вот. Ну, а следующим краеугольным камнем является, всего таких камней на самом деле не три, а четыре, да? Ну вот, тут три камня и одно предположение. Так. Вот так вот. Следующим краеугольным камнем является упомянутое в прошлой передаче киевское письмо, да? Да, да. Где киевляне сами в X веке называют, пишут название своего города. Ну, предположим, что вот у нас тут Санкт-Петербург, да? Вот. А это не значит же, что в 1941 году назывался Санкт-Петербург, назывался Ленинградом. Да? Ну, грубо говоря, может быть, в X веке киевляне называли Киев не Киевом, а, не знаю, там, Гадюкина как-нибудь. Угу, там, да? Угу. Малая Гадюкина, там, предположим. Да? И были они гадюкинцами. Угу. Да? Мы же не знаем этого. Так вот, киевское письмо говорит о том, как называли киевляне свой город. Вот. Куйоб. Угу. Или Киёб. Да, это само название, это зафиксировано, это документ, подлинность которого даже Толочко, в общем, принимает киевское письмо. Мы говорили подробно о нем в прошлый раз, не будем об этом. Угу. Киёб. А это, если человек был из Хорезма, то это в каком-нибудь языке это имеет какие-то корни, там, я не знаю, тюркские? Ну, Кий, Куйя, Киёб. Вот, ну, похоже на Куйя. Так вот, то есть называли что-то созвучно с Куйей, угу, да? Третий камень, ну вот третий, так сказать, третье основание. Ну и четвертое предположение, да? Значит, известно, что в 833 году на Дону византийскими инженерами была построена крепость Саркел. Угу. Известно, что в середине 9 века хазарский каганат вышел на Днепр, это была пограничная река. Вот. Археология Киева показывает, что там где-то с 7 века существовало небольшое племенное поселение, непонятно кого, но, предположим, полян. Угу. Ну, вот. Значит, и Прицак предполагает, да, что около Берестова, да, значит, была построена крепость. Расстояние от предполагаемого места построения этой крепости, Прицак пишет, что археологически это доказано. Угу. Да, Толочко с этим не согласен. Угу. Да? Вот. Но то расстояние от того места, где была построена эта крепость, до центра будущего русского Киева, Киева Олега, да, вот, и последующих, 3 километра. Угу. Довольно много. И Прицак полагает, что где-то в конце 9 века, во второй половине 9 века, при правительстве визиря Куйи, да, я прочитаю просто вот, то, что пишет Прицак. «Ничто не мешает нам полагать, что хорезмиец Куйя послужил прототипом Кия летописи и был основателем или строителем Киевской крепости». Страница 77. Глоб Прицак, документы 10 века, хазары иудейские и так далее. Угу. Да? Так вот, собирая все вместе, да? Лаврическая летопись, где четко указано, что хазары основатели, да? Существование Куйи, визиря, во второй половине 9 века. Значит, киевское письмо, где есть самоназвание города, да, созвучное. Да? Вот. И факт строительства в 9 веке, вот, в конце его, в середине его крепостей. Угу. То есть хазары вышли на некие, так сказать, на некие устойчивые границы, вот, и они начали строить крепости разные. Да? Прицак полагал, что, значит, очень осмысленно было бы, если... Ну, и все основания есть полагать, что в это время была построена пограничная крепость, да, вот, там был посажен Анагурский гарнизон, угу, да, крепость это находила, вот он указывает где, вот, а в Берестове, ну, в его работе, если вы найдете, вы прочитаете там все это, ну, вот, в 3 километрах от центра, значит, будущего Киева русского, вот, ну, и какую роль играла эта крепость, ну, как какую, ну, дань собирали. Ну как, у римлян? Потому что в повести временных лет во всех ее, так сказать, не оспаривается, да, во всех, угу, вариациях не оспаривается, никто не оспаривает, что
поляне платили дань хазарам. То есть они были в любом случае частью хазарского государства. Угу. Как и северяне, Чернигов, угу. Да? Угу. Как и вятичи, Москва. То есть кто-то вам скажет, что Москва это какие-то уграфины, сразу плюйте, так сказать, потому что вятичи это славяне, она построена на земле вятичей, Москва. Угу. С никаких там уграфинов к Москве вообще никакого отношения не имеют. Да? Вот, вот в повести временных лет четко сказано, что значит, ильменские славяне и значит, кривичи, да, с окружающей чудью, ну, весью, да, угу. То есть уграфинами, они платили дань варязям. Да? Угу. А, собственно говоря, северяне, вятичи и поляне, они платили дань хазарам. Угу. То есть, грубо говоря, Черниговщина, часть Москвы, Московской области, да, нынешней, да, то есть, вот, Московского региона, Киевщина, все это входило в хазарский каганат. Да? Вот. А, соответственно, Новгородская, Псковская области, да, и часть Белоруссии, то есть, вот. Это все Ярославская область, часть, это все, значит, они платили дань варягам, потом у них варягов по повести временных лет подвинули, попытались создать собственное государство, не получилось, начались междоусобицы, пригласили других варягов. Угу. Я не знаю, кто это были, я не утверждаю, что это были шведы, датчане и так далее. Пусть это будут там западные какие-то славяне, угу. Но ясно, что Рюрик и его люди это были чужие. Угу. Люди по отношению к Новгороду и Ладоге. Вот. Пришел Рюрик со своей командой, да, и, вероятно, ну, тут разные истолкования, но, вероятно, пришел Аскольд и Дир со своей командой. Возможно, это поначалу они были вместе с Рюриком. И Рюрик, это были его люди, и он их послал на юг. А может и нет. А может и нет. Но ясно одно, что Рюрик, Олег, Игорь, Ладога, Новгород, Аскольд, Дир, конкурирующая династия, Киев. То есть, никакого отношения Киев, или как он там, Киёб, как он там назывался, да, к зарождению династии Рюриковичей, к зарождению русского государства как такового, Киев никакого отношения не имел. Киев – это военный трофей, который был взят при первом расширении русского государства. Ну вот, ну вот как Кёнигсберг, это неотъемлемая часть Российской Федерации, неотъемлемая. Да. Да, является ли он, скажем так, может ли душа России жить в Кёнигсберге? Ну, имел он отношение к формированию российского государства Кёнигсберга? Сомнительно. Сомнительно, но часть – часть. Вот. Долгие десятилетия, века Киев был равным среди равных. И когда мы будем говорить о Святославе, Ольге, Владимире Красном Солнышке, Ярополке, Олеге, мы это поймем. Вот. Но смысл-то сейчас заключается в чем? Что история – это такая наука, где огромную роль играет идеология. Ну, представьте себе, что вот ведь работа Прицака вышла в 82 году, и ее с английского языка специально перевели, да, и отдали товарищу Толочко. И товарищ Толочко аж в 90 году выпустил свою работу «Спорные вопросы ранней истории Руси». Вышла эта работа в сборнике «Славяне и Русь. Зарубежная историография». Киев, 1990 год, страница 104-108. Угу. Вот он впервые попытался панировать Прицаку, угу. Да, получив перевод его работы с английского языка. Сам Толочко английского наверняка не знал так хорошо. Да? Ну, то даже если знал, то он нашел. Угу. Представляете, это Советский Союз. Перевел. Не просто. И написал, как бы вот. Да? Интересно, как Толочко Прицаку панирует. Ну, Толочко пишет следующее: что ну вот у нас в Ипатьевской летописи написано, что Киевщик и Харифт это наши ребята, поляне, славяне, все, что еще нужно. Угу. Зачем нам Лаврентьевская? Не нужно Лаврентьевск, уберите это все. Угу. Вот. Ну, это извини, по-детски. Ну, идеологический момент. Ну, да. И дальше самое главное археология. Нет никакого присутствия. Вот эта крепость на Берестове, она не найдена. Но если ты ее не нашел, это не значит, что ее там нет. Да? Вот. Киевская археология, там черепки, все славянское. Но ведь это не так. Хазарское присутствие в Киеве, да, подтверждается следующими работами. Каргер, Древний Киев, Москва-Ленинград, 1958 год, том 1, страница 32-104. Угу. Так? Сам Толочко писал об этом. Древний Киев, издано в Киеве, 1983 год, страница 18-33. О том, что есть хазарское присутствие в Киеве, да? Вот. В повести временных лет упоминается урочище Казары. То есть это
речь про археологические находки. Да, археологические да? находки, да, конечно. Ну, то есть, это как у нас в Старой Ладоге копают скандинавские да. захоронения, да. так там да. видно, ну, что это хазарские. Главное, да. главное, да, главная мысль Толочко, что вот, ну, мы не раскопали эту крепость в Берестове. Но если ты ее не раскопал, если ты ее не нашел, это не значит, что там ее нет. Я не сильно сведущ в истории, но на границах Римской империи по реке Рейну, например, проходил так называемый Лимес, где были понастроены крепости вот, в цепь просто. Точно так же, как Адрианов вал в Британии, или как у нас в Оренбургской области. Так там точно. Тоже. А, защищенная черта. Да. Белгород, да. Харьков, да. Сумы, исконно русские города. Да. Служба да? на линии и всякое такое. Однозначно. А Кубанская линия да. и так далее. Крепости на границе безусловно должны быть. Вообще, советская историография, а до этого российская историография, она вот в отношении Киева, это вот, ну, она. В советской историографии, вот, например, у него всегда было два темных пятна. Это период 20-22 год до образования СССР. Угу. Что вы про это знаете? Ну, что из себя представляла Советская Россия вот, там, в 21-22 годах? Угу. Ну, до декабря 22 года. Что это такое было? Ну, не было еще СССР, а гражданская война уже закончилась. Угу. На что мы об этом знаем? В учебниках об этом писали минимум. Да? Почему? В чем причина? Ну, вот, почему, почему? Потому что ну, не было тогда, например, ну, говоря, Белорусская, а Советская Социалистическая Республика, тогда и после 22 года, до 24-25 года Белорусская Советская Социалистическая Республика представляла из себя 7 уездов бывшей Минской и Гродненской губерний. Угу. То есть Витебск, Могилев, Орша и так далее. Это были все русские, российские города. Или до 25 года все это входило в состав Западной области России. Кто знает о том, что была такая Западная область России со столицей в Смоленске? Никто. То есть, в общем, да. А Украина ну, значит, в 20-м году, да, я уже об этом говорил, да? Вот. В марте, 10 марта 19 года была создана, значит, независимая Украинская Социалистическая Советская Республика. Но потом в 20-х годах она вошла просто в состав, объединила свои руководящие органы с РСФСР. Ну, чтобы вошла в состав РСФСР. Ну да. Просто была частью РСФСР. Вот. Фактически в 22-м году Ленин совершил величайшее преступление. Да? Он создал, Сталин был, кстати, против этого, да? Он создал вот это вот монстра, да, под названием Советская Украина, присоединив к ней просто ну, совершенно по непонятной причине огромное количество русских, исконно русских земель. Ну, все же думали, что это навсегда. Никому никакого ну, дела я не знаю, было. Что думал Владимир Ильич Ленин. Трудно сказать, что он там думал, да, но то, что он сделал, то он сделал. Да? Вот. Так вот, теперь возвращаемся в императорскую Россию. Да? Ну, государственный антисемитизм, ну, государственное преследование иудаизма. Да, то есть, если еврей принимал любую другую религию, там становился католиком, там, протестантом, отказывался от иудейства, то все, на него все было в порядке. Так называемый выкрест. Да, выкрест. Ну, православным тем более. Если ты иудей, то тогда извини, черта оседлости. И вот представляете себе, что у вас есть лаврентьевский список, где черным по белому пока сказано, что Киев основал некто, ну, хазары, да? Угу. Вот, и хазары – это иудеи. У вас мать городов русских иудеями основана. Ну как это можно вообще вот пережить такое? Пережить да. невозможно. Советский Союз. Да? Ну, в 1962 году начинается работа над концепцией при ЦК, в 82 году она закончена. Но ну, мы с вами взрослые люди, ну, пожившие уже кое-что угу. повидавшие. Ну, помним, что в 82 году-то было-то. Ливанская война. Подлый, грязный, кровавый. Еврей, не еврейский тогда, израильский сионизм. Да, растоптал, бедный, пушистый, несчастный, вот как маленького котенка такой примерно, да, Ливан, и напал на Сирию. Угу. Это же ужас. А вы пишете, что у вас, что Киев, столица Советской Украины, основал какой-то там Куя, харизмиец, да еще и иудей. И город назывался Куёб. Куёб. Да это вообще неприлично. 15 суток сразу. Сразу 15 суток. Понимаете? И поражение в правах, да. Навечно. Ну вот. Ну как это можно серьезно обсуждать в Советском Союзе? Сейчас у нас редчайшая вот возможность это обсуждать. Потому что нам там глубоко этот Киев параллелен.
параллелен этот Киев глубоко, плевать, кто его там основал. Мы можем позволить себе говорить правду. Наоборот, не плевать. Давайте посмотрим. Давайте если посмотрим. Есть такая возможность. Вот, уважаемые зрители, да, вы просили источники, вы просили ссылки. Вот все, что я говорил до этого момента, да, я говорил не от себя. Да, я говорил от имени товарищей академиков Прицака и Толочко. Угу. Ссылки на их работы я дал, пожалуйста, ищите, смотрите, не верьте, проверьте, будет прекрасно, если вы займетесь этим делом. Вот. А теперь я буду говорить от себя. Да. Итак, что мы имеем в сухом остатке? В сухом остатке мы имеем следующее. В Советском Союзе, да, история была наукой, ну, мягко скажем, особой. И не без оснований, не скажем. Без оснований. Да. Если бы мы рассказали про пломбированный вагон, где товарищ Ленин приехал, и кто был товарищ Ленин, обыкновенный там адвокатишка, там недоучка, там и так далее, и тому подобное. Ну вот, и рассказали про то, что, так сказать, ну, я никогда не забуду, как очень уважаемый мной человек, академик Валандер, так сказать, декан математико-механического факультета, человек, имеющий просто иконостас, ну, был штурманом, перегонщиком, перегонял с Аляски самолет, иконостас орденов, вот, заведующий кафедрой гидромеханики, ну, прекрасный ученый. Ну, вот, он пошел, раскопал, что по шведской линии евреев-бланков он родственник Ленина, и написал письмо в, так сказать, в обком. Ох, лавкач. Его так, вызвали и сказали, забудьте об этом. Приди навсегда. В себя, да, да, примерно так. Но он нашел все документы. Этот, кто вот работает на математико-механическом факультете Санкт-Петербургского госуниверситета, он прекрасно эту историю знает. Но, ну, можно было сказать об этом в Советском Союзе? Или, например, можно ли было рассказать, что Борис Николаевич Ельцин – потомок кулаков? В детстве лазил на военные склады, воровал госимущество и разбирал гранату молотком, в результате чего у него оторвало пальцы. Ну, понятно, нельзя. И лишило части мозга. Да. Возможно. Самое главное. Так. Ну, так вот. Ну, что, вот в Советском Союзе, да, проводилась насильственно, да, такая концепция. Неразрывность существования города Киева от 7 века до вот наших дней. На самом деле это, конечно же, не так. Киевов было много. И многие из них Киевами даже не были. Вот извините за такую загогулину, как говорил упомянут вами Ельцин. Да. Ну, смотрите. После взрыва гранаты. Да, после взрыва гранаты. Так вот, смотрите, что мы имеем, да, конкретно. Мы, согласно археологии, имеем 7 века некое племенное поселение, да, на месте, ну, в районе будущего Киева, русского Киева. Это племенное поселение к русскому Киеву, к современному Киеву вообще никакого отношения не имеет. Оно было маленькое, да? Ну, кто там жил, непонятно. Тут еще я бы уточнил такое, так сказать, с точки зрения непонимающих. Хазары были иудеями, это не значит, что они были евреями. Они не евреи были, нет. То есть, вот, генетически, так сказать, это были люди, принявшие иудаизм. Каких племен там они разных были? Хорезмиец, Куя, иудей, да, узбек, да, иудей. Да. Нормально так, основатель Киева. Имеет право. Имеет, ну что, ну так получается, да. Ну так вот, смотрите. Чье это было? Племенное поселение, да? Да. Явно не город. Да. Да? Потом приходят хазары, ну, согласно концепции академика Прицака, академика на Украину, и все регалии, тут вот я их перечислял, просто не буду заново. Да. Это не я говорю. Да. Приходят хазары, строят свою крепость, да, вот, царят туда Нагурский гарнизон, да, вот, ну и появляется, ну, город, маленький градок, да, ну, появляется. Да. Платят дань хазарам, часть хазарского каганата, неотъемлемая. Появляются варяги Аскольд и Дир. Спрашивают, чей градок сей? Да? Чей сей градок? Кто у вас тут старший? Кто тут, да, кто у вас тут старший, да? Вот. Ну и после этого становятся старшими они. При этом платят они дан хазарам или нет, и сколько они там сидят, вопрос открытый. Да? Но сидят они все там же, в этом хазарском городе. Потом приходит Вещий Олег. Да? Значит, Аскольд и Дира на ножи, ибо, как говорится, сколько можно. Сколько можно сказать, да. Вот. А он с Игорем, естественно, с будущим князем. Вот. И что? В 3 километрах
Это много. В 3 километрах от вот этого вот предполагаемого места расположения, предсаком предполагаемого, вот этого вот Хазарской крепости, он начинает строить другой город. Русский Киев. Он по-прежнему называется не Киев, а Куёб. Киёб или как-то, как-то так. Да? Ну вот. Но это уже другой город. Понимаем, да? Центр не совпадает. Другой это город фактически. Да? 9 век появляется русский Киев. И до 1240 года, то есть примерно 350 лет, да, существует русский Киев. Приходят монголы и его уничтожают. Десятинная церковь уничтожается, мощи Владимира Красное Солнышко, святителя нашего, выбрасываются, растаптываются. Все, русский Киев умер. Сей факт засвидетельствован и в 14 веке там путешественники были разные, да, это известно, да, там, там маленькое население пребывает в диком рабстве, бедности и так далее. На развалинах великого города, да, возникают какие-то поселения, да, кто там живет, мы не знаем. Ну как же, в прошлый раз да, выяснили, армяне и евреи. Да, согласно да, имеющимся документам. В том числе, были там и армяне и евреи. Какое отношение вот это вот жалкое поселение имеет к тому блистательному русскому Киеву в период его рассвета 12 века? Никакого абсолютно, да? Ну что тут? И так длится, что-то там теплится какая-то жизнь до 1362 года, когда приходят литовцы, да? Вот. И что? Начинается история литово-польско-иудейского Киева. Может быть, все там же, на той же площади, потому что Киев-то русский был большой, да, но это уже другой город. И по сути, и по форме, и по содержанию. Центр русского православия, с одной стороны, а с другой стороны, иудея, и, ну, скажем так, иудейско-католический город. Ну, есть там православие, но это, в общем-то, униаты. Не решает ничего, да. Да. Как правило, это униаты. Ну вот. Есть какие-то очаги там небольшие, православие, каноническое, но униаты. До, ну, грубо говоря, как считать, до 1654, либо официально до 1686 года. Вот этот литовско-польско-иудейский период продолжается. А дальше начинается что? Приходит Российское царство, еще не империя, а царство. И начинается история российского Киева. Строится новый город. Новый, просто новый, снова. Его опять сломали или что? Ну, просто, ну, что из себя представлял-то Киев, в Речи Посполитой? Это был далеко не первый город, скажем так, мягко выражаясь. Сельпо. Ну, типа того. Нет, ну там было соответствующее, значит, мы об этом, кстати, поговорим, когда будем карты Баплана разбирать. Там, сведомые товарищи там скинули несколько карт. Вот, мы их разберем. Конечно, сведомым опять будет больно, но они сами хотят так. Ну, что делать? Вот. Но, значит, ну, это другой город уже и по форме, и по содержанию, да? Он не католический. Ну, иудейские мотивы присутствуют, конечно же, да, но он снова православный. И это имперский город в конечном итоге, да, когда империя, русское царство становится империей, да, очень скоро, буквально там через 20-30 лет. И вот этот вот русский Киев на протяжении примерно 230 лет до 1917, российский имперский Киев до 1917 года существует, да? Дальше период безвремени, с 22 года мы имеем что? Советский Киев. Да? С 1934 года столица Украинской Советской Социалистической Республики. Абсолютно другое содержание, другая форма. Да, там живут да. уже воинствующие атеисты. И опять да, иудеи. Да, куда объяснить. В том числе. Да, да. При этом, замечу, я там жил, я там родился, неподалеку в городе Кировограде, и там рос. Да. Обращаю внимание, что меня со 2 класса начали обучать украинскому языку. Английскому, немецкому учили с 5 класса. А зачем вам это? А украинскому... Мерзость это зачем? Английский да. не имя, вот украинский. Да, да, да. Это гораздо важнее. Это про подрассказы про политику какой-то деукраинизации, как их там зажимали и прочее, прочее. Это неправда. И даже когда я в армии служил в 80-м году, то в библиотеке, например, армейской части русской фантастики, все подростки ее читают, не было вообще, а на украинском языке валом. Очень важным вопросом является вопрос преемственности. Да? Кто же имеет право на историческое наследие Древней Руси? Как выяснилось, государство Киевская Русь никогда не существовало. Потому что нет ни единого договора, да, ну где бы вообще-то фигурировала эта Киевская Русь?
На самом деле все очень просто. Придумал это в конце 19 века историк Соловьев. Вот. Была у него Волховская или Поволжская Русь, да, или Русь начальная, была Киевская Русь, Русь Владимирская и так далее. Значит, один сведомый товарищ Грушевский, Киевская Русь, взял это, вырвал, и вот на этом словосочетании накорявал там чуть ли не 10 томов. Да? Всякое, извините меня, в 19 веке над ним смеялись, говорю, вот, господи, вот, да. Нет, городской сумасшедший это вон тот, это хуже, это Грушевский, да, вот, ха-ха-ха. Да? В честь его, я правильно понимаю, в Киеве улица названа, ну, да? Ну, да, да. То есть это гений. Ну, для них, да, ну вот для вот них так. Гений. Так вот он, собственно говоря, вырвав вот этот, вот, он эту Киевскую Русь придумал, угу. Понимаете? Исторический период он сделал государством. И подавляющее большинство в это верят. Ну, не было никакой Киевской Руси. Ну, возьмите, почитайте, родите, остановите. Договоры Византии с Русью. И найдите там слово «Киевская Русь». Ну, вот. Ну, Русь. Греки называли Россия. Изначально Россия называли. И еще имен Грицко, Микола и Микита там, да, конечно, тоже нет. Да, конечно, не было. Так вот, значит, без сомнения, Киев... Да, ну вот мы остановились на советском Киеве, потом пришла 41-я война, отстроен заново фактически, да? Да. Вот. И до 91-го года, с 22-го до 91-го был советский Киев, да? И только с 91-го года начался Киев украинский. Так вот, если придерживаться такой распространенной, да, на бывшей Украине, значит, гипотезе, что, мол, кому принадлежит Киев? Тот и имеет право на наследство Древней Руси, то можно просто посчитать. Но Киев, например, литовцам и полякам принадлежал порядка, ну как считать, там 290-330 лет. Да? А России, ну 230-260 лет. Советскому Союзу там 70 примерно. Да? Ну вот, собственно, ну, я считаю, после того, как погиб русский Киев, погибла вот, да, Древняя, да, Русь. Да, да. А независимой Украине 25. Несложный анализ. Сравнение цифр показывает, что по такому принципу, если чей Киев, тот и наследник, единственными самыми главными наследниками Древней Руси являются кто? Литва и Польша. Потому что они больше всех времени Киева владели, да, собственно, да, говоря. Да. Ну, это же насмешка над здравым смыслом, правильно? Вообще, мы должны понимать следующее. Что такое была Русь, Древняя Русь? Это была первая династия Рюриковичей. Да. Династия. Потом она там разветвилась, там были разные, там Ольговичи, Мстиславичи, там, ну вот Рюриковичи, династия. Первое. Второе – это религия. Православие. Да, третье – территориально, ну территория. Посмотрите на карту, вот карта перед вами, да? Вы видите, на территории современных Российской Федерации, Белоруссии и бывшей Украины, ну, вот Крым – это наш, тут да. Просто карта старая, да? Вот. И, значит, наложено… Карта Древней Руси, значит, период своего расцвета 12 века. Вы видите, что на территории современной Украины попадает лишь южная часть пограничная, да, и юго-западная часть. Ну, примерно 15-20%. Столько же 15-20% на территории современной Беларуси, все остальное это Россия. Географический центр Древней Руси находится в районе Смоленска. Таким образом, географически Украина владеет лишь малой частью, причем южной частью. Да? Киев вообще был тупиком. От Киева буквально в 40 километрах шла граница. Но Змеи-Валы, наберите Змеи-Валы, посмотрите, где они были. Да? Ну, вот. Так вот, Киев вообще был тупиком. Да? Вот. Он изначально был тупиком. Да? Вот. Так вот, вот эта южная часть, юго-западная часть, ну, пограничье, фактически говоря, Древней Руси вот сейчас находится на территории современной Украины. Географический центр находится, опять же, не на Украине, а... Смоленск, Россия. 60-70% территории, ну, две трети территории, да, Древней Руси – это Россия. Новгород, Ладога, Псков, Владимир, Суздаль, Муром, да, Ростов, ну, понятно, Ярославль, да, Россия. Так, Изборск, Россия, да. Ну, что, Киев? Ну, Киев, он, это трофей, мы вот, что повторяться, все уже сказано, да. Вот, Чернигов. Ну, с Черниговым вопрос открытый, об этом мы отдельно поговорим, но просто для справки. Чернигов вошел в состав централизованного русского государства, московского государства, в 1503 году, тогда же, когда Смоленск. Псков туда вошел в 1510, а Рязань в 1522. Вопрос. Вот там воюют там какие-то там батальоны эти, территориальные обороны черниговские. Ну, дураков на свете не сеют и не пашут. Вот
у них эмблема. Вал, на валу стоит пушка. Так вот, вал насыпали подлые москали, когда в 1503 году построили новую крепость. А пушки эти там оставил подлый Петр I, когда шел с Полтавы в Петербург, да? И по одному преданию он оставил пушки для укрепления, те, которые в Полтавской битве участвовали, а по-другому бросил там устаревшую артиллерию. Потом в 19 веке в Киеве на арсенале взяли станки от пушек 19 века и пушки 18 века положили на эти станки. На эмблеме добровольческого киевского батальона нарисован москальский вал, на котором стоит москальская пушка на москальском станке. Что тут украинского? Украинского что? Александр, масса народу захочет во всем разобраться самостоятельно. Верю. Можно ли указать некие источники, к которым граждане могут припасть и убедиться лично? Ну, я думаю, что в библиотеку они не пойдут. Да, вот, наверное, интернет. Да, потому что, ну а как еще иначе-то? Значит, есть такая возможность. В интернете есть такая библиотека Якова Кротова. Вот, и там есть полностью сканы Лаврентьевской летописи, Ипатьевской летописи и Новгородской первой летописи младшего и старшего извода. Значит, Лаврентьевская летопись там дана по полному собранию русских летописей, том 1, Ленинград, 1926-1928 год. Ипатьевская дана по, значит, полному собранию русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год. Это еще императорское издание. Вот, соответственно, первая Новгородская там тоже есть. Значит, как проще всего найти? Набирайте в любом поисковике там «Великие князья» либо «Киевские князья». Высвечивается список киевских. Ну, первое, что высвечивается, это ссылка на Википедию. Заходите на Википедию, там список всех киевских князей. Убеждайтесь еще раз, что Рюрик не был киевским князем, а был князем новгородским. Ну, вот. Ну, там не будет написано, что он новгородский князь. Просто в списке киевских князей не будет. Аскольд-Дир будет, а Рюрика нет. Вот. А в самом низу списка три ссылочки: горящая Лаврентьевская летопись по оригиналу, там ноябрь 12 года копирования, Ипатьевская и первая Новгородская. Угу. Нажимаете, и вот вам счастье. Какие удивительные открытия ждут тех, кто туда пойдет? Ну, кстати, между прочим, я не очень хотел об этом говорить, как бы, да, но все-таки дело в том, что, как я говорил раньше, Толочков все-таки у нас академик Российской академии наук, но все-таки скажу, у него в тексте, ну, помните, когда я читал вот этот диалог Аскольда и Дира, значит, и отвечали по Ипатьевской летописи, ну, как в статье Толочко написано, отвечали, значит, киевляне следующие: а мы сидим, род их, и платим дань по хазарам. Вот. Так вот, он ссылается на, значит, полное издание, значит, полное собрание русских летописей, там, 50-го года издания, ну, я говорил это сейчас, вот, уже не имея смысла, да, так сказать, повторяться, вот, я просто посмотрел в библиотеке Якова Кротова Ипатьевскую летопись по, так сказать, 908 года императорскую, да, и там эта цитата звучит по-другому: а мы сидим в городе их и платим дань хазарам. То есть даже, я не знаю, почему так, то есть, ну, я далек от мысли, что академик Российской академии наук специально фальсифицировал, как бы, статьи в журнале «Российская археология», специально в тот момент фальсифицировал, но убедитесь сами, что так оно и есть. Да, то есть получается, что даже и в Ипатьевской летописи ответ киевлян никак не давал основания отождествлять их с родом Кия, Щека и Харида. Угу. Вот. На самом деле здесь есть еще один чрезвычайно интересный момент. Люди пускай сами в этом убеждаются, я же просто скажу. На самом деле в «Повести временных лет» и в Лаврентьевском списке, и в Ипатьевском списке вот этим Кием, Щеком и Харивдом и их сестре, сейчас труд сложное место, Лыбеди, вот, уделяется болезненно много внимания. И к вопросу основания Киева в летописи подходит дважды. Значит, первый раз это вот этот, ну, вернее, второй раз это вот по тексту диалог вот Аскольда и Дира с киевлянами, а выше по тексту, сразу после того отрезка, где описывается путешествие апостола Андрея в земли поляна славян, да, вот следующим куском текста идет следующий текст. Я в русском языке, ну, на русском языке в переводе как бы его прочитаю. Текст чрезвычайно интересный. Я, ну, вот сейчас я все прочитаю и прокомментирую, и вы поймете, что вот товарищ академик Толочко, он такой вот, ну,
человек, живущий явно не по принципу «Платон мне друг, а истина дороже», да? А по принципу, ну, нельзя отдать фактам, затмить истинное положение дел. Ну, такой чисто сведомый товарищ. Вот я вот прочитаю и прокомментирую, там два абзаца, но они чрезвычайно важны. Вот так и так читаю. Значит, поляне же жили обособленно и владели своим родом. Ибо до той братьи были уже поляне, и жили они родами на своих местах, владея каждый своим родом. И были три брата, один по имени Кий, другой Щек и третий Хариф, а сестра их была Лыбедь. Кий сидел на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековицей, а Хариф на третьей горе, прозванный по нему Харивицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киево. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были те мужи мудры и смысленны. И назывались они полянами, от них поляне и до сего дня в Киеве. К чему вообще Толочко цепляться вот этому диалогу между Аскольдом и Диром и этими несчастными киевлянами, да? Когда вот у него есть такой козырь. Угу. Ну мало ли, что там киевляне отвечали, вот козырь. И лаврическая, и патерская совпадает. Казалось бы, бери этот козырь и бей все эти измышления предсака, как мухобойка и муху. Но Толочко об этом отрезке вообще молчит. Он вообще о нем не упоминает, как будто его, как рыба об лёд, как будто его нет. Почему? Ответ кроется в следующем параграфе. Сейчас я его прочитаю, вы все поймете. «Иные же, не зная, говорят, будто Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили на перевоз на Киев. Однако, сейчас самое интересное, однако, если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду». Кий, оказывается, ходил к Царьграду. «А Кий этот княжил в своем роде, и ходил он к царю, как говорят, великие почести воздал ему тот царь, при котором он приходил». Это еще не все. «Когда же возвращался, пришел на Дунай». Тот самый Кий. «Я облюбовал место, срубил небольшой город и хотел обосноваться в нем со своим родом, но не дали ему близ живущие. Так и до ныне называют придунайские жители городища то Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер, и братья его Щек и Хариф, и сестра их Лыбедь тут же скончались». Ну теперь давайте анализировать. Во-первых, и речь явно идет о том, что Кий был могущественным князем полян. Да? И этот самый Кий, да, встречался и был принят никем иным, как император Византийской империи. Да? Ну, в общем, все представишь, что такое Византийская империя на этом участке земли в то время. Это вообще... С кем она встречалась. Да. Да, с кем она встречалась. Ну, для справки, Кий жил где-то в 7-6 веке, но основание, 7 век, да? И археологические данные, которые вы можете почерпнуть в тех же самых работах Толочко, да, ну, где угодно, киевская археология, это вещь открытая, посмотрите, что там было найдено. Ну, просто первое здание, не деревянное, а каменное, было построено в Киеве княгиней Ольгой. Кстати, псковитянкой, но об этом поговорим в следующей передаче. Княгиней Ольгой в 10 веке. Это был ее собственный дворец, еще там одно здание. Два здания на каменных, все, первые появились в 10 веке. В 7 же веке, ну, часто встречается такое пренебрежительное высказывание, что нашли 7 изб на Подоле. Ну, пусть там будет не 7, а 70 деревянных строений. Да? То есть вот этот Кий, который принимает аж сам император, у него в столице, столица состоит из нескольких десятков деревянных строений, там даже крепости нет, понимаете, да? Его принимает император. Но явно дальше он идет на Дунай, ставит город, он своего города не имеет, он крепость на Дунае, город на Дунае, на чужой реке строит. Явно, вот этот, весь этот рассказ про вот этого Кия, это явно взятая история князя Святослава, чистой воды, да? И из будущего перенесена в прошлое. Это чистая фальсификация. Ну, конечно же, в византийских летописях ничего об этом Кие, о его приходе и встрече с царем, с византийским императором, нет ни слова. Нет ни слова. Никакого городища Киевец на Дунае тоже, конечно же, нет. Угу. Для чего? Текст этот написан явно. Это текст либо Нестора, либо Сильвестра, то есть 12 век. Для чего? Ну, вы оперативный работник, как бы, да, все читаем. Иные же, не зная, говорят. Будто Кий был перевозчиком. Что это значит? Это значит, что в Киеве 12 века, начало 12 века, существовало довольно много людей, да, которые считали, что эти Кий, Щек и Харифт,
никакими князьями не были, да, ничего там не строили. А кий – это просто перевозчик. Причем, скорее всего, именно нарицательное. Кий – от слова кий – шест. Там действительно Днепр мелкий, можно отталкиваться и шестом переправляться. Так вот, киями называли перевозчиков. Это именно нарицательное. Это просто не один человек, конечно же. Это, ну, я так думаю, по крайней мере. Да? Uh-huh. Это целая группа. Идти на Киев, значит, идти на перевоз. На переправу. Uh-huh. Вот. И таких людей в Киеве было много, вот, которые так считали. Иначе зачем авторам повести временных лет разоблачать их, как бы, так сказать, клеймить, выжигать железом? Это неверное мнение, если их было мало. Причем тут еще очевидная вещь какая, анализ показывает. Ну, Сильвестр, Нестор и Сильвестр работали с начальным сводом, нам недоступным. Если бы там что-то было конкретное про Кия, они обязательно бы это вписали. Но они пошли на явную фальсификацию, приписав ему деяния будущих русских князей. Значит, в начальном своде про Кия этого самого ничего конкретного не было. А начальный на основе древнего. Значит, и в древнем не было. Короче говоря, авторы повести временных лет 12 века ничего толком об этом Кии, об этой пщеке и Харибде не знали. Это есть медицинский факт. Любой анализ оперативный это показывает. И этот текст ставит вообще существование этих товарищей под огромный вопрос. Именно поэтому Толочко об этом, как рыба об лед. Как будто этого не было вообще. Ни слова. Ни слова, понимаете, да? Но это факт, вы сами можете найти и прочитать. И, так сказать, и в переводе на русском в интернете найдете перевод. Это все это место абсолютно, то есть, ну, это медицинский факт. Угу. Вот. Еще один момент очень важный. Из этого все следует. Ну, предположим, что в этом абзаце есть доля правды. Ну, например, что действительно существовал некий кий. Вот. И действительно, этот товарищ ходил в Царьград и встречался с византийским императором. Ну, вот. На секунду предположим, что это так. И на секунду предположим, что гипотеза Толочко, извините, Прицака верна о том, что Кий это на самом деле хазарский визир Куия. Угу. Вот. И ходил он, так сказать, ну, жил он в середине 9 века. Вот. И как тогда этот параграф заиграет? Какими красками? Да вот такими. В это время, в 7-8 веке, в этой части земного шара, о котором мы ведем речь, да, существовало два таких реальных государства. Это Хазарский Каганат и Византийская империя. Точно известно, что в 8 веке они между собой очень-очень-очень, так сказать, тесно взаимодействовали. Например, в районе 705 года будущий император Византии Юстиниан II женился на сестре Кагана Хазарии. Да? А в 732 году будущий император Византии Константин V женился на дочери Кагана Верхора, принцессе Чичак, которая была в крещении и стала Ириной. Угу. Ну, вот. И без сомнения, связи между хазарским каганатом и Византией в 9 веке были серьезными. Почему? Потому что в 9 веке хазары переходят от кочевного к полукочевному образу жизни. Да, они начинают строить города, где они остаются на зиму. А города тогда были что? Это крепости. А строить они не умели. А зато кто умел строить? Византийские инженеры. И Саркел построен византийскими инженерами в 833 году. Угу. Если предположить, что и другие города были построены, в том числе и Куяб, да? Угу. Вот, то, ну, значит, как-то нужно было с византийцами-то договариваться. А как? Почты не было, интернета, а ужас тоже не было. Как? Как? Только посольством. Угу. А кому, как не визирю, участвовать в этом посольстве? Вот и получается, что этот параграф, пусть и косвенно, да, но дает нам еще одну, так сказать, пусть и косвенную, опять же, да, но, так сказать, зацепку, подтверждающую верность гипотезы Прицака. И именно поэтому, еще раз, Толочко ни слова об этом не говорит. Хотя очень странно, казалось бы. Такой огромный кусок текста просто не обсуждается. А диалог маленький, который говорит, вот столько текст, вот столько мы не обсуждаем, а вот столько этот диалог мы обсуждаем. Причем явно там либо закралась ошибка, либо одно из двух. Вот. Так что, ну, что тут можно сказать? Конечно же, «Повесть временных лет» это, ну, явно такая не летопись, явно не хроника. Знаете, без всякой идеологии, да? Это такой краткий курс ВКПБ 12 века. Да, то есть, где вот... Как правильно думать. Да, а как думать неправильно. Да? Ну вот. И, как, конечно же, как документ рассматривать это, наверное, ну, но как письменный памятник, без сомнения, нужно. Вот. Ну и еще один, конечно же, момент.
есть. Явно, что вот с этими полянами там что-то не то. Да? И с Кием этим тоже что-то не то. Но постоянно автор вот возвращается, наслынивает, понимаете, вот как-то вот нездоровая такая суетня вокруг этих полян и Кия. Да? Ну и Прицак на это внимание обращает и говорит: вот смотрите, вы тут пишете, значит, называются они поляне, да? И тут вот цитата. «Был кругом города лес, и бор велик, и ловили там зверей. И были те мужи мудрые смыслы, называли, и назывались полянами. От них поляне до сего дня в Киеве». Поляне. Явно слово поле. Угу. Да? А в этом самом Киеве тут кругом лес, бор. Вокруг, да, Киева нет полей. Ближайшие поля, степа, степи начинаются. Где-то примерно в 50-40 километрах южнее Киева. Прицак же доказал, да, это по повести временных лет, он четко показал, что поляне своим происхождением, все-таки их происхождение, так сказать, точка эта находилась, район находился восточнее Днепра. Да? Угу. Восточнее Днепра. Следовательно, ну, на территории Хазарии, Хазарского каганата. Вот. И Прицак, в общем, говорит о том, что в повести временных лет есть явное отличие вот полян от всех остальных. Угу. Да? Кстати, между прочим, очень интересный момент. Вот буквально чуть-чуть ниже вот того, что я читал под тексту, идет рассказ, кто на Руси кто. Так. Вот. Кто славяне, а кто нет. Так вот, причем под словом славяне в 12 веке авторы повести временных лет понимали то, что мы сейчас понимаем под словом русские. Сейчас мы это поймем. Итак, кто славяне на Руси? Славяне – поляне. Ну, Прицак это ставит под сомнение. Но, тем не менее, повесть временных лет это вот навязывает, что поляне – славяне, точка. Дальше – древляне, новгородцы, палачане, дриговичи, северяне и бужане. Бужане – волыняки, волыняне те же самые. Значит, интересно, что, значит, есть еще славяне-кривичи. Это товарищи, которые произошли от полонян. Жили эти кривичи в верховьях Волги, Двины, ну, западной Двины, Днепра. Вот, их племенным центром был Смоленск. Угу. Вот, произошли они от палачан. Соответственно, от кривичей произошли северяне. Ну, Чернигов, да? Вот, значит, ну вот, собственно говоря, все славяне, то есть русские. При этом были еще два славянских в нашем понимании племени. Это Радимичи и Вятичи. Но в повести временных лет указано четко, что они от рода ляхов. А Вятичи – это те, на чьих землях, собственно говоря, Москва-то и была основана. Москва – это город Вятичей. Так что у так называемых украинцев вообще запутый круг. А где же древние укры? Ну, ляхи их имели, а потом пришли москвичи, которые тоже ляхи. Вятичи, ляхи, при повести временных лет написано. И тоже заняли чем? Имением укров. Жестким, беспощадным. Запутый круг. Кругом одни ляхи их только имеют. Ну, вот. Укров нету никаких. Ну, нет укров. Интересно, кто платил дань? Это документы финансовой отчетности. Так точно. Документы. Так, дань платили. Чудь, меря, весь. Финны. Ну, это понятно. И эстонцы, да. Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печера, Емь, Литва, кстати, кто платил дань, тот часть государства, в те времена было так, то что Литва, Зимогола, Корсь, Нарова, чей там, это, где это Нарова-то, город там, Нарва. Ивангород, да. Да, ну Ивангород-то понятно чей, а вот Нарва, это да. Ругадив по-русски, да, да? Да, да. Нарова, вот документик, так сказать, есть. Вот они, Колена и Афета, живущие в северных странах. Угу. То есть в повести временных лет все расписано, кто есть кто. Да? И получается, что москвичи это, ну, это вятичи, ну, это рода ляхов. То есть поляков они отличаются только православной верой, больше ничем. Вот. Ну и, кстати, возвращаясь к тому моменту, кто, собственно говоря, является наследником-то, кто является сейчас, имеет право на наследование, так сказать, ресурса Древней Руси. Да? Ну, я уже говорил о том, что вот географически, да. Что такое Русь? Это географическое понятие, это династия, это религиозное понятие. Да? С географией все ясно. Угу. Украина современно никак не может наследовать, потому что там меньше, ну, меньше 20% и южная окраина. Кем заселена, непонятно. Тогда берем династически. Династически все ясно. Да? Первый Рюрикович, он сам Рюрик, да? Князем киевским не был. Он был князем новгородским.
Так. Кстати, в «Повести временных лет» это написано. Да, что Аскольд и Дир сели в Киеве, а Рюрик стал княжить в Новгороде. Угу. Так вот, и в Ипатьевской летописи первыми киевскими князьями указаны Аскольд и Дир. А в «Повести временных лет» написано, что кто такой Аскольд и Дир? Это бояре, были у Рюрика бояре, не рода его. Были два мужа, не рода его, но бояре. Угу. То есть к Рюрику эти люди никакого отношения не имели, конкурирующая организация. Угу. Они сидели в Киеве, Рюрик сидел в Новгороде. Далее. Если мы возьмем, например, Владимир, Москву, Тверь, да, Псков, Новгород, хоть там республики были в Средневековье, но не признавали власть великого князя, да? Угу. Рязань, Нижний Новгород, да? То вот с момента появления Рюрика, то есть первого Рюриковича на территории Руси, да, до момента гибели последнего Рюриковича на территории Руси, то есть от последнего до первого, с первого до последнего Рюриковича, вот эти земли управлялись исключительно Рюриковичами. Угу. Да, на каком-то этапе платили дань монголам, но монголы никогда напрямую этими землями не управляли. То есть вот эти, это ядро России управлялось Рюриковичами с первого до последнего Рюриковича. Это есть медицинский факт. Угу. Берем, ну что, Киев. В 1362 году последние Рюриковичи из Путильского рода, там задохлики эти, да, вот, они власть над Киевом потеряли. И 300 с лишним лет Киевом правили кто? Литовские князья и польские короли. А потом кто им правил? Правильно, потомки Рюрика, ну, Романовы, ну, какие-никакие, но потомки, ну, все-таки родственники, какие-никакие. Угу. Романовы правили, да? Ну, вот. Династия Рюриковичей на территории Украины прервалась. 300 лет там никаких Рюриковичей не было. Угу. Сам термин «киевский князь» исчез. Литовцы его наместником заменили, не было киевских князей. И последним великим князем Древней Руси был товарищ Александр Ярославович Невский. Невский. А вот. А предпоследним легитимно был его папа. Да? Вот. А то, что по беспределу в 1238 году товарищ из Западной Украины, да, галицкий князь Данил, захватил Киев и посадил туда своего наместника, это указано в «Повести временных лет». Да? Угу. Вот. Но наместники Даниле все заканчивается, как бы, да? В Ипатьевском списке. Да? Вот. Но это, извините меня, как бы, скажем так, легитимным, это вряд ли можно считать. Да? Все-таки сам Данил Галицкий в Киеве не правил. Формально и фактически последним признаваемым на Руси великим князем был Древней Руси, был Александр Вячеславович Невский. Александр Невский. И именно поэтому и Новгород, и Псков признавали великих князей московских, потому что они были потомками последнего великого князя Древней Руси. Они еще до присоединения Новгорода и Пскова, да, великий князь московский, потом последнего великого князя, он ездил в Новгород и в Псков, его там принимали со всеми почестями. Вот. И до присоединения еще, так сказать, Пскова, например, да, там именно москвичи были поставлены, так сказать, на все должности, самые главные-то, да? Угу. Ну вот, наместник кто там был? Вот. Так что и династически получается, что Россия является наследницей, никакая не Украина. Не было там никакой Украины. Ну нигде укром не повезло. Ну и самое главное, теперь рассмотрим, так сказать, по линии веры. Так. Да? Религии. Итак, значит, 1299 год. Митрополит Максим, митрополит Киевский и всея Руси, переезжает из загаженного, разоренного Киева. Куда? В город Брянск. В Дебрянск. А из Брянска-Дебрянска перебирается куда? В город Владимир. Так. В 1325 году митрополит Киевский Петр, да, и всея Руси, перебравшись во Владимир, они продолжали называться митрополитами киевскими и всея Руси. Так. Так вот, Петр, он сел, так сказать, на престол в 1308 году, да? В 1325 он переезжает в Москву. И до 1461 года, до 1461 года митрополит Киевский и всея Руси находился в Москве. А с 1461 года он стал называться митрополитом московским и всея Руси. Прямая, как штык трехлинейки, наследственность между митрополией, так сказать, Владимира, ну, крестителя, да, и московским, так сказать, патриархатом. Ну, вот медицинский факт. Ну, я не знаю, ну, можно, ну, что хочешь, ну, факт.
Да, все эти киевские там православные церкви, все эти униаты, все это позже. Позже, намного столетий позже. А это Украинская православная церковь, Украинского патриархата, это вообще это Раскольники, это новодел последних там 20 с лишним лет. О чем тут можно говорить? И династическая, и религиозная наследственность, и географическая, все это российское. Да? То есть Россия является прямым, ну абсолютно вот это медицинский факт, да? Прямым и единственным наследником Древней Руси. Да, можно Белоруссию еще рассмотреть, да? Ну вот. Да, какой-то части территориальной, какой-то части Белоруссия наследует. Да? Но опять же, через призму Великого княжества Литовского. Там тоже утратилась, так сказать, власть Рюриковичей. Но там не было захвата, там в 13 веке просто, так сказать, полоцкий князь женил свою дочь на литовском князе. Ну и, собственно говоря, литовцы с этого момента и стали, так сказать, превратились из бедных несчастных товарищей, которые тот же самый Александр Невский бивал, мягко выражаясь. Да? Александр Невский на самом деле не столько немцев бил, про ледовое побоище мы знаем, да? Вот. Про битвы, Александра Невского с литовцами, да, потому что первые литовские набеги, то есть литовцы впервые, вступили в военное противостояние против Руси в конце 12 века. В конце 12 века. Да? Вот, 1180-90-е годы. Угу. Да? Неудачно получили они там по мозгам. Вот, и, успокоились. Да? Но, тем не менее, уже в 30-40-х годах 13 века, да, они продолжили экспансию. Да? Особенно, так сказать, после того, как вот решили вопрос о Нисполоцким княжеством. Да? Под Усвятами была битва. Усвят – это районный центр, самый южный райцентр Псковской области. Следующий, еще есть южнее, райцентр уже Смоленск и Велиж. Вот под Усвятами была битва, где Александр Невский этот вопрос с литовцами решил на русской земле на длительную перспективу. Решил. Угу. Вот. Палачане поступили по-другому. Да? Они решили сами стать Литвой. Но это их выбор. В целом, дискуссия, напоминает бред сумасшедшего. Однозначно. То есть граждане, они что-то себе придумали. Да, и в это поверили. И в это поверили. И пытаются всех убедить в том, что это правда. Кстати, вот по поводу профессора Бебика. Мои родственники, когда копали Черное море, поломали там лопату. Так. Вот. Ваши родственники тоже наверняка понесли, так сказать, материальные потери, да, по линии мамы. Я думаю, нам надо, в общем, как-то это оформлять юридически, чтобы нам возместили. За столько лет, работали? Копали? Дайте кусочек. Не, ну а как? Было же? Конечно. Конечно, было. Я это помню, как вчера. Хорошую лопату поломали, да? Вот. Ну, подводя черту, да, так сказать, черту. Вот, пожалуйста, вы хотели наименование, вот, пожалуйста, даты выхода, вот указанные авторы. Кого вы можете найти авторитетнее, то есть это не утверждение Александра, это цитаты из лучших академических умов. Украинской академии наук. Так точно, Украинской академии наук. Руководителей, так сказать, институтов академических, востоковедения и археологии. То есть это не самые последние люди. Да? Вот, пожалуйста, мы до вас донесли эту дискуссию. Дискуссия-то крайне интересная. К сожалению, она прошла мимо нас. Понятно, потому что 90-й год, потом не до этого. Не до этого. Но вот, тем не менее, такая концепция, да, что основателем Киева, то есть в центре Киева должен стоять памятник харизмийцу Куйе, да? Иудейского вероисповедания. Я как это себе представлю? В халате и шаке верхом. Да, ну вот. А вот это вот Либич Харифт, это все надо убрать. А вот Кую в халатиной шаке и с Талмудом поставить надо. Это не я говорю. Да. Это говорит академик Прицак. Все его выкладки. Выкладки мы до вас довели, и все его регалии мы до вас довели тоже. Итак,
Хазара, иудейские документы, 10 века, 1997 год, Гершаим, Москва, Иерусалим. Вперед! Там стройная концепция, если вы с ней не согласны, ну что, значит вы москали, ватники и колорады. На этой жизнеутверждающей ноте и закончим.